Экстракт сегодня принес? Да. Молодец, запишешь, да, но не сегодня, домой приедешь как-то или придешь, запиши обязательно время, на которое ты делал. Давай, смотри, пойдем с переворотом, полет. Смотри, Сергей Сергеевич, подсказывает опять. Серый топорик. Ой, отставить топорик. Пистолетик здесь. Крут. Сантей, не назад. Надо. А? Назад который? Вперед ты можешь сделать. Вперед, крут. Вперед через бедро. Да, и получается, тебе надо будет пяткой доводить. А это что не запоминание такое? Почему вы делаете так, как вам надо? Время мы уже 9:00. Так все, у нас вообще, ты 9-то заговорила, а у нас до 21:30 придет. Да знаешь что? Татьяна Ивановна, и то все, мы одеваемся. Я сказала, давайте одеваться, все, выходим. Стой, а что кричишь? Выходим. Что кричишь, выходим? Я сказала в 9:00. Не, я понял. Праздничный выходной день, имейте совесть. Да, стой, погоди, стой, а что, за наше время мы совесть не показали, что ли? Сейчас почему? Все, пора выходить. Татьяна Ивановна. Сереж, ну что это за наглость такая? Не, почему наглость? Мы одеваемся, я же тебе говорю, ты что? Все, 9:00, вон, звонок. Что за нервы? Что за нервы? Тебе звонят? Кому звонят? Это музыка играет. Мы репетируем выступление. Это музыка играет, мы репетируем. Все, выходим, кстати, одеваемся. И такой вопрос, знаешь, что за это время совесть ни разу кто из нас не показал? Не знаю. А, ну я понял, ладно. Только потом не забывай, что ты сейчас это говоришь. Я не забываю, не надо. Я понял, да ты уже забыл. У меня люди в праздничные выходные дни. Ты я в такие дни вам ничего не говорю. С ними про людей не рассказывай. Я бы не пришла бы к вам. Все, я понял. Про людей не надо рассказывать. Мне достаточно, вот мы общаемся, уже этого достаточно. Что ты мне про людей рассказываешь? Сантия, и результат помнишь, да? Ага. Запишешь именно сколько времени ты, какие действия сделал, сколько времени ты простоял. Договорились? Да. Молодец. Все проверка, все чисто, все убрано, все закрыто, все счастливо. Довольны. Завтра, Саша, завтра 18:00. Парни завтра будут точно. Надеюсь. Но ты-то сам настройся, чтобы у нас выступление скоро. А какого? Ну, как минимум, выступления будут к крещенским празднованиям 23 февраля. А, к Рождеству. Погоди, самое ближайшее Рождество. А Старый Новый год? 7 число. Старый Новый год, но вас не знаю, сейчас не могу сказать. Все, сейчас вместе выйдем, погоди, быстро одеваемся. Так, пока одевай. Вот а так вот. Пока просто расстегни ее просто. 3 января.